22 года ему, тоже так же, как и Кирстен. Но в сборной, так же, как и Кирстен, проявить себя Маршалу пока не удавалось. Влаович. И какой гол! Какой блестящий гол! Я думаю, что сборная Германии может думать о том, как отправляться домой. На 35-й минуте Горан Влаович забивает второй мяч. Нападающий, еще раз скажу, у него была очень тяжелая болезнь, опухоль мозга, делали операцию. Считали, что Влаович не сможет не то что играть, он не сможет полноценно жить. Но смог удивительным образом быстро Влаович восстановиться, вернуться в футбол. И сейчас один из лидеров Валенсии. Удар с 18 метров, коварный обводящий удар. И опять мяч чуть-чуть подпрыгнул перед Андрес. Да вот так даже Младич своеобразно прореагировал на этот мяч, забитый его товарищем по сбору.